de rechtbank. Тот, что в отношении четырех лиц, трех граждан Российской Федерации и одного гражданина Украины, материалы были направлены в суд, это не говорит о том, что на этом процесс останавливается. Следствие продолжается как нидерландской стороной, так же и украинской стороной. Мы достаточно плотно и плодотворно сотрудничаем с нашими партнерами по международной следственной группе.